Что делать, если палитра цветов в Adobe Illustrator стала выглядеть странно, например, вот так или вот так? На самом деле ничего страшного не произошло, и вы уже видите, что я делаю, когда открыта палитра цветов. У нас есть с вами буковки, да, это RGB, это CMYK, это HCB. И, соответственно, вы можете просто, нажимая вот на эти кружочки, поменять вид вашей палитры. Не надо пугаться, классический вид, когда нажата буковка H, а у вас может быть нажата другая, за счет этого вы видите по-другому отражение. Настройте так, как удобно именно вам.